Друзья, всем привет, Степного Привет. Крыма. За спиной у нас сейчас находится город Джанкой. Проезжали параллельно тех веток, шел такой запах сырости, сырой древесины. И прям такое ощущение сложилось, как будто мы находимся где-то в лесу. Покажем вам Северокрымский канал, мы, собственно, сейчас будем до него доезжать. Вот по вот этой вот дороге. Едем мы до Победного, в буквальном смысле этого слова. Собственно, едем до самой реки Победная. Покажем вам, ну, этот уже в аварийном состоянии высохший канал. Говорят, что там проложат трубы. Воду будут уже пускать не по самому каналу, а по трубопроводу. Ну, тем не менее, поддерживают эти насосные станции. Они ждут своего часа, своего времени, когда они заработают. Ну что, друзья, поехали, посмотрим, полюбуемся, насладимся зимней погодкой. Пока нет снега, можно еще, в принципе, покататься на великах. Пасмурно, свежо, ну отлично, да, для катания прям. Друзья, собственно, это и есть когда-то Северокрымский канал. Вдоль него вот густо насаженная посадка, где, собственно, отдыхают жители города Джанкоя. Праздники, ну и делают пикники, в принципе, выезжают сюда на шашлычок. Вот с правой стороны посадочка. С Алексеем сюда приезжали. Я вам показывал, собственно, этот канал, в каком он был состоянии. Правда, тогда повалилось таких неприятных комментариев от наших соседей. Собственно, здесь когда-то был Джанкойский пляж. Видите, вот пирс здесь. Ну и, собственно, видите, какая здесь была глубина. Единственный минус этого пляжа — здесь сильное течение. И любители заплыть поглубже, на середину. Те, кто плохо даже плавал, их, собственно, относило прямо туда, вот в камыши. Ну, и меня тоже, в том числе. Я как-то тоже решил переплыть канал. И течение меня занесло прям в эти густые камыши. И потом кое-как мне пришлось пробираться сквозь эти камыши. Вот так вот прям вообще было не очень приятно. Но здесь уже, видите, проделали дорожку, кинули бутылку из-под пива. И вот в густые вот эти вот ветки мне пришлось переходить на ту сторону берега. Вот, собственно, весь Крым. Доводим до Джанкоя. Северокрымский канал. Вот он синеньким показан. И мы едем вот в эту сторону. В сторону Болотного. Заречного. Вот справа у нас Победная находится. Так, и вот нам, собственно, вот сюда. Будем ехать и показывать вам. Ну, я не знаю, есть здесь что посмотреть. Ну, давайте прокатимся, может, что-то будет интересное. Ребят, проколол где-то колесо переднее. Сейчас его Малёха спускает. Сейчас мы его подкачаем и поедем дальше. Ребятам, которые любят путешествовать, да и устраивать покатушки на велосипедах, вот, по таким посадкам, где растет акация, ну и
деревья с колючками. Заливайте себе герметик. Благодаря ему вы сможете продолжить свой путь. У нас залит везде герметик, и не страшны нам баранчики, колючки от акации. Да и, собственно, то, что пробивает колеса. Тяжело, сынок, может помочь? Здесь вот такая горочка сейчас наверх идет. Вон поселок какой-то. Да, ну вот и впереди нас поселок. Это болотное, да? Ну да, как-то мы проезжали, вроде болотное. Ну а там рядом с болотом Победное. Они очень близко друг к другу находятся. И вот вспаханное поле. Собственно, мы сейчас поедем вдоль него. Потом повернем вправо. И уйдем вот в ту сторону по диагонали этого поля. Богдан в какашку заехал. Да. Сынок, не спеши, она сейчас тебя будет брызгать на куртку. Прям в коровью лепеху. На счастье. Счастье, единственное, что ты с этим счастьем не едь рядом с нами. А то оно брызгает, у тебя же крыльев-то нет. Доехали сейчас до одной из станций насосной. Посмотрите, в каком она ухоженном состоянии. Все на самом деле чистенько, аккуратненько подбеливается. Село Победное. Улица Мелиораторов 1. Вот в таком вот, видите, все в чистом состоянии поддерживается. И мы сейчас едем с вами вдоль высоковольтных проводов по полям. А вот там вот с левой стороны посажена капуста. Не знаю, видно вам или нет. Ближе я подъезжать не буду, чтобы не привлекать к себе внимание сторожей. А то еще подумают, что я приехал за их капусточкой. И как зарядят меня солевой дробью прям в мягкое мое место. Практически мы сейчас уже находимся у подножья этой реки. Она, собственно, идет вдоль этого не засаженной, собственно, почва здесь не плодородная, вдоль этого поля, и вот уже протекает туда, холодновато, лицо замерзает. Вот, сейчас уже прям чуть-чуть осталось, уже дети устали, Богданчик устал, ну чуть-чуть осталось, и мы уже приедем. Что, сынок? Скоро приедем. Ну, благо нет мороза, и я получаю с семьей удовольствие, катаясь по таким степным пейзажам в такую погоду, в такое время года. Обалдеть! С той стороны у нас находятся сиваши. Гнилое море еще как-то в народе называлось. Еще при императоре, если не ошибаюсь, называлось Гнилое море. И рядом с сивашами, ну, тут таких вот лиманчиков очень много. Вот оно. Долгожданное озеро. Там вон эти островки здесь. Люди занимаются охотой, рыбалкой. Пойдем горяченького попьем, пошли. Сейчас ставим велосипеды, ребят, и идем пить чаечек, да, Леночка? Ну как, у нас не прям чаечек, у нас напиток. Имбирь, мед или мед. Зимний напиток. Иммунитетный. Да. Ничего. Леня, не подходи близко. Мед.
Имбирь, лимон, прям. Лё, нет, огонь. Туда нельзя Лечек. Подходить. Не надо. Это моя. Нет, класс. Чая там нет. Вкусненько прям вообще. Да, огонь. Вот это моя. Это река. Спасибо, заправились. Чуть-чуть оставила перед отъездом. Фу, класс. Планета Земля, знаете, вот Google Earth, или как называется, там погуглите, короче. А, собственно, люди приближают вот в степной Крым и видят его прям весь желтый, высохший. А, говорят, что у нас все водоемы пересохли, ничего у нас нету, прям все выжжено. Мы все живем прям в засушенном степном Крыму. Ничего здесь нет, ничего не плодородит. Короче, все прям очень плохо. Прям все очень-очень плохо. На самом деле все намного позитивно. Плавают лебеди, собственно, не высохшие водоемы. Вот вам большая достаточно река. Посмотрите, насколько она большая. Прям идет еще туда-туда. Ну, по карте видели. Ленечка, не спускайся. Был бы квадрик, можно было бы запустить, пролететь. А с высоты птичьего полета поснимать. Но пока что будем так. Плывут лебеди. Там еще какие-то гуси впереди. Что-то серенькое такое. Хорошо, конечно. Воздух такой свежий. Погодка такая пасмурная. Зимняя погодка. Крымская зима. Нашел такой патрон охотничий, доказательство тому, что здесь охотничьи угодья. 8.12/70, 2.25 миллиметров. Кто оставил? Забирайте с собой, не мусорьте. Хорошо, так тихо. Где-то вдали гавкает собака. Гудит трактор. Релакс. Еще удочки не хватает. Вот вниз спустился, прям хорошо здесь. Сильного ветра такого нет. Здесь, собственно, сильного ветра нет, такое, знаете, прям ветерочек. Просто когда едешь на велике, он сильнее ощущается. Как? Надо искать плюсы в степном Крыму. Они здесь есть, поверьте. Все, ребят, достигли мы нашей победной точки. Доехали мы к реке Победной. Прям, знаешь, это слово, да? Победная точка. Да, да, Победная река. Вот. Ехали мы где-то полтора часа, наверное, два часа, да? Два часа точно. Ну, час 20. Да, ну где-то 1:20, и мы здесь от Джанкоя. Всем, друзья, пока-пока. Все, всем пока. Да, и кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. По Крыму с позитивом, ставьте лайки, дизлайки, оцените видео. Всем пока-пока.